что за Бля, карта? слушай, Опять напомню, как море. его зовут, это Авагая 009. Денис. Надо у него спросить, может он знает, когда новые патчи выйдут? Он сегодня рассказывал, работники там эти должны быть. Мордор вроде как переделать а должны будут где? Целиком. Работники. Делаю. Мы с ним снизу. Слушай, а он напротив меня или ты напротив меня? Я даже не знаю, где вы ставились. Я слева. Слева? О, ништяк. Я снизу тебя. Все, вот пусть они играют. А мы посиди посмотрим, да? Так, ты по левой, да, стороне? Да, да. Все, отлично. Мой он уже ничего не делает. Мой тоже. Овощ. Мне кажется, они реально сейчас, у них такая жесткая пиздец, как будто мы такие... Пиу, пиу! Да, ну ты там за Ривом был, сука. И что? А ты за кого, кстати? А, не скажу. Разведку, сука, проводи. Ты мглистый город. Как разведка. Вспомнил, так скажи. Нет, я просто нажал игроки и посмотрел, за кого ты, блядь. Чё, совсем дебил, что ли? Интересное распределение, это что? Обмениваться ресурсами нельзя. Бля, давай союз менять. Короче, они друг друга, кто-то кого-то выносит, тут мы берем такие союз меняем, выносим второго и потом живем мирно и счастливо. Здорово придумал, да? Блин, слушай, я помню, тут есть такая фигня, чтобы это метку сделать союзнику. Точно есть, я в этом уверен. Только, блин. Долго пить будешь. Ну они о своем задротском. Ну кого будем делать? У меня больше никого и нет, блядь. Полутроник. А, ты ж это, гоблин. А то режь против тебя. Слушаюсь! Сюда! Вот построил. Что-нибудь построить? Можно приручать пауков. Хозяина виднее. Пещерный тролль? Враг рядом. Стрелки готовы. Работники. Делаю. Тише. Ну что тут в центре? Факел. Ну пусть он занимает, ему нужней. Что это было? Все готово. Око следит за нами. Работе нет конца. Так, как я понимаю, там тролль защищает. Как мне, блядь, мы расширили логово. Тролль вообще. Готово. Можно отдохнуть? А? Что? Работе нет конца. Делаю. Слушай! Будьте наготове! Куда бежать? Ну чего? Будьте наготове! Шевелись! Ебать, смотри, смотри, это гоблины, блядь. Пизди, повалезы. Отсюда их не увидишь. А ты там это захватил или ты на разведку? Вот они.
Давай, сука! Да давай. У нас копья! Бля, я уверен, что Изенгард сольется. Мы тут! Welcome! Не приближаться к духам! Будьте наготове! Ну? Шевелись! Зал! Откуда они атакуют? Ты что, вообще не знаешь, кстати, как играть против, например, Ривенбола Гоблина? Мне кажется, его никак. Просто выходишь и все. Похоже, стрелки готовы. Да, бред, бред. Не, ну а как смотреть, я еще никого не убил, вообще никого. А я извлечение сделал. Что это было? Ну а толку-то? Сильно против кавалерии. Ну, тут нет кавалерии, нет. О-ка, боже, я чую врага. Дайте мне инструменты. Воины гоблины! Отсюда их не увидеть. Так скажите, хозяин. Тише. Вон тролль. Все, отстань, мне тролль надо вынести. Да мне было бы чем, пауки против конниц. Да я знаю, что пауки против конниц. Хуль толку-то, блядь, конниц нет. Ой. Да, да. Не, вот реально, если бы я играл, мне кажется, не против тебя, меня бы уже вынесли. Мои два отряда вообще тебя никого не сбрили, считай. Ну, смотри, Изенгард тоже сосед, ты чё? Он же не выходит. Не, ну я тоже продолжаю, ты мне, по крайней мере, даже не давишь, но... Странно. Пещера готова, хозяин. Мы улучшили паучьи гнездо. Драться, да? Воины гоблины! Да, как я и думал, Фалетра на меня пошел, блядь, сука. Красный пидорас! Что я сделал, ёб, проебал? Вот построил. Где защита с твоей стороны, гнида? Ну, ты союзник Изенгард? Да, что, не знал? Да что-то не особо. Похоже, что казалось, тоже эльф. Тут бездельников не будет! У нас копья! Рабочий, там рабочий. Смерть! О, бля, гоблин своей гоблинской хуйней пострадал уже тот. Бля, немного подвагивает, бесит колодой, скажем, раздражает. Это нападение! А его армия тут есть или это только моя? Они атакуют рудник! Мы починим все, что прикажут! Как скажете, хозяин! Готовьте инструменты! Хозяина видней! Ну, моя армия вообще-то вообще ни о чем. Просто, блядь, я сливаюсь. Не понимаю, почему мой союзник, сука, не помогает нам в центре. Мне в центре. Не знаю. Короче, мне кажется, зря гоблинов реально взял, вообще ничего не могут. Так ты же сказал, что они сильные. Походу нет. Ривендел мощнее. А тебе нужно это перейти, потому что на кого-то. Ну, ты понял. Не, понял, да, короновать-то я сейчас короную, но считай, сколько уже прошло, я не знаю, таймера нету. Уже столько времени прошло, а как бы по деньгам-то все. Ты бы меня вынес, если бы хотел уже, у меня сейчас не было ни цитадели, ничего. Нет, у меня остатков не было. Ну, вот стадали бы не вынес, но всю экономику слил бы, я бы тупо сидел у себя на базе. На колени, рабы! Да, за твои лучшие просто привал, которые у меня были. Че, а? Бля, хер он знает, вот реально что делать?
Я, блин, про Гоблинов вообще ничего не скажу, я умею играть, ну как мне что-то понял, это только за Ривендалл, там все. Потому что я за них, ну, грубо говоря, типа играл. Хотя бы. Не понимаю, союзник баф-то хоть. А, союзник в течение 15 секунд наносит 50% урона. Мы улучшили паучье гнездо. Выкам! Похоже, стрелки готовы. А, ну то и тоже он давит. Туда! Быстро! Да. Я армию, блядь, проебал. Давить пошел, сука. Это они! Это враги! У нас копья! Смерть! Выкам! Разорвать! Похоже, стрелки готовы! Да, да! Беги! Белую! Око следит за нами! Хозяин огней! Мы тут! Все сюда! Быстро! Бежать! Быстро! Бежать! Пачем можно, почти. Быстро! Утроли. Слышь, блин! Ага-га! Бежать! Раздавить! У нас копья! Мы тут! Смерть! Что будем делать? Верните родник! Будьте наготове! Бля, у тебя там уже пачка. Готово! Дайте мне инструменты! Настроители на память! Что это вы? Ой, сука! Атаку! Да не, выноси, слушай, а то реально я себя что-то как-то смел, блядь. Ощущаю, как будто, блядь, у меня армия не говно. Чё? Я не выносить, пошёл просто построил эту хрень. Прям, ну, у меня, типа, на пороге. Бля, слышь, ты чё на меня нападаешь? Мне союзнику надо помочь. Как я ему смогу помочь? Нет, сброс. Что-то... Бля, я это, отвлёкся, чё ты сделал с моей? Не, серьёзно, чё ты сделал, бля? Смелый, сука. Да не, слушай, не. Гоблины против Ривенда, мне кажется, вообще нереально. Фу, Сава, этот самый отступил от меня. Твоего союзника. Ну, кстати, даже что-то есть. Бля, я кажется не сделал хрень. Пора. Мне кажется, тут ты сейчас катку затащил, считай. Сейчас смотри, бля, пачка. Да не, почему затащил сразу? Смотри, вот он этот пидорас что-то сделает, я ему. Смотри, они все так делают. Ебать, что у него есть, кстати. Кстати, а почему я не свою? Сколько у меня? 3. Да, у него, наверное, 5. Вот, все, моя армия сейчас сольется. Смотри. Уже слилось, уже мало. Так, это. О, слава богу, блять, мой союзник решил напасть на него. Может, видите, как у меня происходит? Враги! Уходить! Собираем их в пыль! Мы тут! Быстро! Пора! Ах ты ж, сука, я ж все вижу, блять! Все сюда! Не жать!
А чё ты в этих пошёл, блин? Они ж, по-моему, сам слабый, не? Не знаю, мне мой союзник, блядь, говорит в них наоборот ебашить. Сулени не скоро, печально. Блядь, дебил, на луки перейдите. Паучка проебал. Блять, сейчас я проебал нахуй. Отступаем, отступаем. Бля, это он ядом типа сдох? Очень даже обидно. Мы тут. Хотя второй. Вот видишь, на меня вот была пачка, на меня напали, но ты и он. Умение там понаделали, все, у меня ничего не осталось. Мы тут! Следите за своими волками! Блин, срановато. Что, ни о чем. Ну, мою пачку, блять, вынесли, это факт. Вдвоем. Один на один ничего не могу. Так, все, мне надо похилиться, потому что это пиздец. Шевелитесь, полутроли! Пора! Что-нибудь построить? Наша постройка! Хорош ноги волочить! Шевелитесь, ленивые ублюдки! Делаю! У нас копья! Эй, паучи, садитесь! Не толпитесь! Тыкан, чего моего там? Вперед, пауки! Построй вас обрали! Мы тут! Проверьте упряжь! Шевелитесь, полутроли! Кибулагрис приветствует! Еще резко что-то нет. Эх, а у кого они, блять, есть? Да у тебя небось дохерища. Да не, нихуя, кстати. У тебя сколько? 1002 есть? Не, 900. А, окей. Тогда я недалеко ушел. Шевелитесь, полутроли! Ока следит за нами. У нас копья! Мы тут! Эх, не я эту войну, Лёха, начал. Не я эту войну, Лёха, начал. Пора! Бегом! Ты мне выносить идешь? У нас копья! Бля, почему не могу?
Чужестранцы из дальних краев. Будьте наготове! Старые друзья, вас позвали сюда, чтобы ответить на угрозу Мордора. У меня будет мощность, твою эту заебашит. Как его? 25-ку. Ну да. Тише! Похоже, стрелки готовы. Ага-га! Все сюда! Иди за ними! Ну куда ты армию повел, союзнику? Мне ж тоже придется повести, бля, Леха, сука! Иди, все сюда, быстро! У нас копья! Бать, у меня тысяча из тысячи. А герой, кстати, у меня что-то... Да, играем в решение идти. У нас копья! Так, армии моего союзника нету. Бля, вот красный ты вообще, я ебал тебя нахуй в рот, сука, кохуй, я опять против двух армий. Вообще, блядь, помогать не хочешь, дебил, блядь. Ну еще опять я приму, на ёбан. Так, блядь, это наш союз. Я что-то вообще не понимаю. Туда! Туда! Да, блядь. Я случайно еще на своего ебану. Дэн, прости. Бегом! Сломать! Идти! Свалить! Все сюда! Бегом! Быстро! Идти! Быстро! Идти! Сломать! За ними! Убить! Будьте наготове! Стрелы к бою! Что это было? Вас позвали сюда, чтобы ответить на угрозу Мордора. Шевелопами! Проверьте упряжь! Хуйте! К бою готовы! Кто-ски! Седло! Шевелопами! Ну так, была армия, спасибо союзнику, у меня ее нет. Три раза подряд я играл, ну, в мою армию валили двое. Бля, еще Леха нахуй нападает. Бля, вот реально просто спасибо союзнику нахер. Там ебать, это. Два-три отряда осталось. Да-да. Новая атака! Как скажете, хозяин. Мы тут! Раздави! Уйти! Назад! Отправляйтесь на охоту!
Мы починим все, что прикажут. Не останавливайте обитель! Не могу, хозяин, только не бейте! Попробуйте! У нас кофе за ними! Бегом! Похоже, я чую врага. Готов вперед, пауки! Это мы строим! Шевей восьминоги! Шевелитесь, полутрали! Уйдем! Сломать! Свалить! Они захватили нашу постройку! Так уже близко! У нас копья раздавить! Пора! Бежать! Готовы, хозяин! К бою готовы! Живей, восьминоги! Пора кормить пауков! Они чуют врага! Вот где их логово! Бля, ну а заебись, мой союзник в минус. Я бы не призвал тебя без причины. Я он 25-ку на меня использовал. А можно мой союзник тоже 25-ку использует? Ну пожалуйста. Ну я все, я минус, в принципе. Ресов, кстати, много у меня. Сломать! Ну да. Раз, землетрясение, охуение. И Костя, почему ты не выходишь до сих пор? Будьте наготове! У нас копья! Не отступать! Легенду в пиздошит от души. Я не вспомнил, блядь, 80 лет. Туда! Не знаю, что ты говоришь, Генри, хуярит. Так себе. А, мы сегодня вышел, я мог тоже идти. Не, он не... А, нет, вышел. Я думал, я доломал вот эту хуйню. Так, я хочу посмотреть на свою... Бля... Я вышел, это посмотри, постгейм, случайно вышел. Нажал далее. Посмотри постгейм с моим союзником. Чё, гляну, всех. Всех заценим. Или не заценим, что, блять. А, вот все. Так. У меня обуч. У тебя, короче, соотношение убитых 1.04. И, по-моему. А, нет, у моего союзника покруче, у моего 8.23. А у тебя сделано 356, убито 503. У меня сделано 640, убито 431. А у тебя любимые мечники Ривенделла, у меня полутролли, максимальный доход самый большой у твоего союзника, потом у тебя, у меня и самый низкий у моего союзника. У Дэна. Ну, по ресам, соответственно, тоже твой впереди. Делал урок хайчиков, у него соотношение 0.19, по-моему, самое маленькое. У меня и то больше. Так. Ну и стратегия выше всего у моего. Тактика выше всего
У меня. Заебись. Сидеть, получать пизды от эльфов, потом, блядь, каким-то раком еще выиграть.